Всем привет! Продолжается вечер в рамках SL TV Star Series. Друзья, с вами Слэм, и это просто какой-то непонятный огонь фантазии, эмоций. Керчнет против команды Kiki Sports Club. Португальская машина убийства уже в деле. Сейчас они играют knife round. И могу сказать только одно, что карта будет нюк уже в любом случае. И Керчнет даже в двух ролях посмотрим, да, вот на Инферно. Ну, на Инферно что можно сказать? У них очень-очень не очень атака, так себе, да? А вот что касается... Вот что касается защиты, показали стойкий дефенс, закрытый деф решил, и ELTZ ничего не смогли сделать. Кстати, команда ELTZ будет разбирать эти моменты с двумя дымами еще разочек против команды Kerchnet. Как я понял, серия машины продолжается. Ну и здесь у нас, друзья, Kiki берут сейчас knife round. Очень важно для них его было взять, оно понятно почему. Все-таки все-таки защита сторона. Это преимущество. Преимущество отдавать просто так нельзя. И ножи были, естественно, выиграны. Ситуация 1 на 1. Ну вот Kerchnet могут дать также ответку французам на пенале в том сезоне. Ну и за кик у нас играет New Emotion Fox, Mutiris, Inca. Друзья, на сервере Fox, Inca, Mutiris, RMN и Norks. Видно, что были замены. Ну и Kerchnet, Blade крутой, Призрак, он же S-кикер, Мист и Медведев, друзья. Ну что ж, погнали. Первый пистолетный раунд начался. И сейчас... Вот все в руках команды Kerchnet на самом-то деле. И вся судьба первой пистолетки
открываются на улицу через дым. Изоляция мейна, изоляция окон, изоляция, естественно, девятки. Ну вот с девятки, знаете, там такие прострелы сейчас спам залетали. И Крутой, в принципе, мог заметить этот расклад. В итоге Киршнет будут сейчас штурмовать, по-моему, все-таки нижний плент. Аркада и аркада от Фокса, минус Медведев в радио. Но два игрока с упора сыграли четко. Мист, какой просто тим демейдж. Жесткий наносит он сейчас по Блейду, и если это Блейд, то да, все плохо, это был Блейд. Норкс минус Призрак запирают сплит-атаку, и Киршнетов сейчас просто ждут на Б-планте. Ну, уже вот пошла перестройка на выбивание, у защиты Инса играет нагло, но он собирает информацию, и не более, в итоге Дел собирался информацией, Крутой вышел из-под мостика и раздал, естественно, ему. 3 в 3, попытка убить вилку, успешно заканчивается. Как видим, в ассисте мисс, но не вывезло. Попытка застать врасплох от Мутириса. И 13 пули лад. Крутой последний. И Крутой у нас, как видим, прячется справа. На него просто оба игрока моментально вламываются. И Кики безупречно выбивают нижний плент. Из лап и рук команды Kirchnet. 1-0. Португальцы впереди. Хороший знак для португальской команды. Португальцы, кстати, в этом сезоне идут пока еще... Тоже, знаете, на таких вторых ролях, я бы сказал. Можно, по-моему, играть намного лучше, нежели как у них сейчас выходит. Ну и пока, наверное, о таблице немножко поговорим. Сразу можно сказать, что вот на первом месте в таблице сейчас находится команда TCM. За первые две игровые недели они отыграли вроде бы без переносов. Или один перенос у них все-таки матч был какой-то. Чуть ниже упали НИП. 3-3 идут, но они пока без поражений. И все свои матчи также отыгрывали. На третьем месте ESC с той же самой статистикой. 3-3, но по раундам они проигрывают не по матчу целых 12 раундов. И, соответственно, третье место. Четвертая позиция ELTZ. Минус 17 по раундам. 9 очков. 7 игр. 3 выигранных, 4 поражения. Все-таки поражения ребята тоже принимают, но победы у них 2, конечно же, техвинами были сделаны, и мы это все прекрасно знаем. Так, ну что, кто будет собирать халяву? По-моему, сейчас все достанется португальскому Фоксу. Ну, понятно, что он португальский, как видим, да, Киршнет там решили закрепиться. Ой-ой-ой, вот только-только Фокс порадовался, что сейчас будет много-много денег. Но ничего, девайс подарили Призраку, 60 кп, бомба есть, 2 в 3 ситуации, и Призрак попытается реализовать с Медведевым этот девайс. Ну вот Медведев в качестве с Призраком-то, посмотрите, взяли, выбили поджим от Норкса, неуверенно играет португалец. И команда Кик сейчас немножко расстроена, наверное, таким поворотом событий, потому что уравняли шансы Керчи. Этот раунд пока под вопросом. Ну вот со второго раунда начинается заруба. Ну с Керчами-то понятно, они сейчас выиграли... Элцев весьма неплохо. Они сейчас на взводе, и они разыграны, это самое главное. Но Кики играли прак до этого, и, как видим, заканчивается все с зажимом от Романа. РМН португальского. РМН. Может быть, это Iron Man, значит, или что-то вроде этого. А то как-то тускло все. Тускло, друзья. Ну и после такого раунда, естественно, байбы надо сыграть Кирчам. Вообще, по-моему, отличился там Призрак очень сильно. Очень много полезного принес своей команде Мист. Они вообще с Призраком в паре хорошо сыграли. Ой, с Медведем по улице. Вот не дали из-под 9 себя застать врасплох. Могли на самом деле еще и лучше сыграть. Могли вообще взять раунд, если бы старались еще больше. Но, видимо, цели такой не были. Сами, наверное, не ожидали, что все срастется, все получится. Ну что ж, Киршнет очень медленно атакует. Инсайт не занимается, как видим, отсиживаются от респауна. В их действиях ничего интересного, кроме холда, пока нету. У Киков же всевозможные перестройки, подстройки под быстрый прием, под прием быстрого выхода нападения, но Киршнет не играет быстро, и мы это прекрасно знаем. В итоге Киршнет только к минуте начинает занимать 0 и радио. У Киков идут прострелы на карте, которые немножечко могут сейчас озадачить Кирчей. Но в целом, думаю, Норк сейчас уже... Да-да-да, Норк знал то, что здесь вышел на шифте один игрок нападения. Блейд дал инфу, но она уже ложная, и в перекрестный огонь сейчас... Могли выйти Кики, но упал РМН, упал Норкс, РМН упал на айс, под девятки суппорта не было, и Киршнет разменялись с огромным преимуществом для себя. 3 в 2. 3 в 2. Вот это преимущество в такой ситуации на одного игрока при 30 секундах до конца раунда, оно реально весомое. Вот кто-то у Киков может поломиться, и тогда будет полная реализация. Ну вот Мутирис сейчас попытается играть с Тёмкой, да, играет с Тёмкой, но Тёмка его здесь обыграла, естественно. Но вот он не сдается, пытается что-то сделать. Ой, роняет первого. Паника у Мутириса возникла. Слишком много стрейфов сделал. Надо было отойти, перезарядиться. Ну и АБЦ, выход от Инсы с каналки. Мист просто прикрывая
Бомб Керри спокойненько его забирает. 2 в 1, 2-1. 2-1 в пользу португальской команды. И что-то быстро португальцев вообще спихнули с пьедестала набора раундов. Никак старания. Как окажется, возможно, позже забегу вперед. Возможно, Киришнет все-таки не зря и найф раунд проиграли. Может, им за атаку удобнее. Вообще, если вспоминать старый состав с Бондиком, еще в 1.6 версии совсем другая команда была. Вот мне вот интересно, что Блейда играть заставляет столько лет. Ну, никак, наверное, не зарплаты в 500 баксов. Это уж точно. А что-то другое. Так, какой интересный улица. Ну, посмотрите, вот португальцы что придумывают. В свое время бразильцы любили исполнять вот такие вот темы. А теперь очередь португальцев, по-моему, настала, да? Бит твое время закончилось, когу твое время тоже закончилось. Давайте играть правильно. Ну вот ни одного размена не принесла эта заготовочка на улице. Это укрепление, как видим, Киришнет совершенно спокойно выбили все позиции игроков защиты и не потеряли ни одного своего тиммейта. 2-2. Кик. 3-6, 3-6, 4-5, 3-6, 4-2. Ну, это экстрим бай, на самом деле. Очень экстремальный бай сейчас будут разыгрывать парни из Португалии. Есть такой расклад, что их, возможно, сейчас спихнут, и дальше уже инициатива Киришнет будет. Но если португальцы возьмут раунд этот, то не потеряют нить к игре. Просто у Киришнет что, полно тузов в рукаве? Бомба, кстати, на респе осталась. Снова медленная игра от Керчей. Но они стараются на этот раз улицу продуктивно разыграть аж на два девайса. Ой-ой-ой, Мисту не удается пока запрыгнуть на скалу, но мы смотрим, и почти получилось. Вот Линдберг, например, прыгает вообще изи. Вот для него не существует здесь ничего. Он просто берет и запрыгивает. Вот именно таким способом, как сейчас Мист пытался это сделать. Открывает счет в раунде Фокс. Не повезло кому-то с улицей. Или еще того хуже. Да-да-да-да-да, вон, посмотрите, докуда тело улетело. Вот это вот, ну это... Крыша, по-моему, да, он крышу убил. И тушка отвалилась. Тем не менее, подготовка улицы продолжается. Но это фейк, судя по позициям игроков нападения, как мы можем видеть. Будут выходить на рампах. Давайте смотреть за Фоксом. А он снова тут. Он снова тут. Норкс его прикрывает и не дает сыграть агрессивно Блейду против Фокса. Ну и в итоге перекрестный огонь у киков может сейчас просто зарешать. Но вот убивает Норкса крутой. Попытается проломить, наверное, Фоксириса. Фоксирис уйдет, не уйдет. Уходит. Уходит Фоксми, стягивается. Все, рамп заняли Керчи. Пытаются здесь что-то прострелить железяку, может быть, нанесут какой-то, конечно же, дэмэдж, но на бейте уже не вариант, они это понимают, моментально заворачиваются, уходят, Мист готовится выйти с двери, и его сейчас будет open фраг очень-очень важен, проваливается в каналку, видит ноги в каналке одного из игроков защиты, но тот падает обратно, слыша, его забирает, и два его тиммейта сдохли в будке, как я понял. Качели, карусели у Киришнет. Вот если, я заметил, вот с ЕЛТЗ играли, обратите внимание, если удавалось убить Б, то выходили Б. Удавалось убить 20, выходили на 20-ку и потом падали от закрытых позиций. Здесь практически все то же самое, только Кик еще умудряются на эко-раундах какие-то заготовки позиционные делать. Вот как бы там дело не пошло, но в один прекрасный момент такая заготовочка сработает. Не всегда будет впереть. Ну что, Киришнет улица, и начинают они свою атаку с призрака, который первый выходил на прокид. После, по-моему, они улицу фейканули, вот стоит на раскидке, как видим сейчас, призрак, и, по-моему, это будет все-таки выход на... Ой, Медведев. По-моему, это все-таки будет сейчас выход на под флеш, только непонятно с каких сторон. Мист. Как видим, на позициях никого нету. Крутой дает один фраг. Прострелы Фронтекса продолжаются. Инса пока без поджима. И Крутой с призраком выходит на него. Инса. Инса. Ой-ой-ой. Первого положил, второго положил. В ряд вышли оба. Мутирис помог еще забрать весь этот ход конем от команды Киришнет. И теперь они в тупике. Теперь должен играть Медведев. Аркады с рампы нету. Ну да, са тебя, конечно, будут аркадить. Здесь дефенсу сейчас выгодно просто дать везде дым, сидеть, ждать и никуда не вылезать. А вот Киришнет стоит сейчас как-то, не знаю, вот просочиться. Хотя, может, Мист сейчас что-то неадекватное сделает с девяткой и убьет на всех. Да вообще было бы идеально, если бы залез, но Мист уже забрал Блейд, и Мист пытается перекрестным огнем помочь рампам, но у него это не получается, и Мутирис забирает последнего места уже в девятке. Ну, там выбора не было, либо туда лезть, либо нет. Пока как-то вяло. Пока как-то вяло все, украинская команда, а вот португальцы, несмотря на то, что парочку пришлось упустить, все равно уверенно стоят на ногах. По пингу, кстати, 50. Вот насчет сервера пока неизвестно. Скорее всего, сервак французский, кстати. Да, французский сервер. Пинг 50 у киков. Ну, шансы равные. У Блейда 38. Из арены, кстати. Из арены пинг 38 на французском серваке. Можно с французами тренироваться.
вообще совершенно спокойно. Что сейчас, кстати, делает команда Virtus.pro? Тренируется на буткемпе в арене, спокойно. Все круто. У нас должен был стартовать матч Faculty Alternate, но из-за того, что команда Kirchnet не умеет играть по расписанию, мы подождем чуть-чуть. И следующую встречу судья пока как раз их всех подготовит, и все будет хорошо. Так. Норкс. Минус Блейд. Фокс. Минус Призрак. Ну, вот серия фрагов. Против пистолетов, только на этот раз без нежданчиков, как бы. Кики предусмотрели. Кик, кстати, по-моему, вообще первый раз встречаются с Киршнет. Вот официально, я не знаю, играли они проки или нет. И матч-хистри, конечно, там интересная. Ну, вот победа над ЕЛТЗ, она сама собой понятна. А Кик, друзья, на ESEA Invite Лиги на карте The Cash убрали команду Epsilon вообще без шансов. 16-9. Но проиграли десяткам на рейд-коле, том же 13-16. И на Fnatic фрагаутле лиги убили словака Файнейшн. Или чехов, я уж не знаю, как там правильно. СВК вроде фраг. Кстати, Кики проигрывали ЕЛТЗ в рамках Star серии. Это было... Нет, Кик вроде бы выигрывали, но это было потом тех поражения. ВП 12-16 проиграли, поэтому будут, наверное, драть. Герча, и вот момент на миллион долларов. Депакса и минус 3. Совершенно спокойно, как видим, разыгрывает позицию в упоре. Никто не чекнул парня за этой бочкой. И Герча на это нападение развалилось. Звено-то по улице было основное, втроем шли. Ну и осталось только... Да ничего не осталось. Вот остался Блейд с Медведевым. Аналогичные ситуации мы видели с вами на первой карте. В первом матче сегодняшнего дня, когда Киршнет пытали счастье с ЕЛТЗ. И есть официальная информация, друзья, сейчас от команды Virtus.pro, то, что Ad Guardian едет в Киев на буткемп. Прям сейчас. Прям вот сейчас он садится в поезд и едет на буткемп в Киев, друзья. Вот такие вот расклады. Все-таки Гвардиан будет играть вместо Адренчика. Вроде бы два турнира или один, что-то такое. Ну, у Коваца мотивации особо сильно играть сейчас нет. Да, но вот Virtus.pro может... Будет вообще свои матчи он отыграл очень хорошо, но Ангел сказал, что тяжело. Тяжело играть, когда у тебя 4 игрока русскоговорящих. С одним приходится говорить на английском. Но Гвардиан понимает 70% того, что происходит на русском. Мист! Отличный дигл против Инси, но дальняя дистанция здесь... Опять же, накажут и места. Хотя не, Медведева вообще не смущает расстояние. Блейд перекрыл кислород РМ. Ну все, Паша побежал за девайсом. 3 в 2, сейчас будет разбор девайса. Попытка забрать. Норкс на девайсе подловил. Бомба мейн. Ее, кстати, видели. Но преимущество здесь за защитой по позициям. Вот сейчас нужна просто стрельба. Четкая стрельба Медведева. Нужно словить момент, забрать девятку. Или вообще какой-то минус сделать. Вот либо плент, либо 9. Ну, как видим, а укреплено. Любая стяжка, кстати, будет караться. Для Киршнет идеальный вариант разыграть сейчас на. Просто бомб кэрри упадет, а чувак с бомбой... А, один чувак остается его на девятке прикрывать. Это как раз, наверное, будет Призрак, Мутирис, Риск. Рисковый выход на улицу и минус, естественно. Посмотрите, Призрак. Да, Призрак лезет за Норксом, и Норкс его спокойно забирает. 7-2, пока в одну калитку. Пока в одну калитку. Португальцы очень хорошо разогнались. Очень хорошо разогнались. Приведу к вам Гвардиана в эфир, можете его потроллить потом, Не, ну Гвардиан это, конечно, верх четкости в киберспорт-арене. Он давно мечтал сюда попасть, он давно мечтал здесь побывать. Вот, может быть, что-то из этого хорошее, интересное получится. А может быть и нет, кто его знает. Продолжаем смотреть, следить за встречей. События развиваются пока не так, как хотели того болельщики команды Киршнет. Оно понятно. Вот для Киршнет, наверное, сейчас сражаться с португальской командой это действительно какая-то экзотика. Видите, медленные раунды не работают. Вообще не работают, вот никакие. Главная беда просто в том, что Киршнет всегда встают в перекрестный огонь. Всегда попадают в парный прием, всегда выходят 2 в 3 или 3 в 4. Улицу, например, вот в позатом раунде не удалось пройти, потому что там стоял Фокс, которого никто не начекал. При том, что команда Киршнет в начале почему-то половины всегда тусуются на крыше. Не, ладно бы там были какие-то коллективные прострелы, и они работали, я бы еще понял. Но прострелы не работают. Вот она, поздняя раскидка Апплента, которая вряд ли что-то даст. Ну, смотрим. Полетела флешка от текстуры, и никто никуда не вышел. В итоге вышли только на рамп. Пытался РМН зааркадить его, подлавливает Медведев. Вот вроде сейчас что-то начинает расклевываться. 5 в 1.
Ну, это пошаговый разбор, который заканчивается, естественно, безумным просто. Безумным последним минусом от Блейда. 7-3. Сдвигаются с мертвой точки Керчи. По статистике пока, наверное, можно понять, что вот у Медведева не получается уничтожать. Но я думаю, Медведев сыграет во второй половине. Призрак 4 на 8, 6 на 8. Блейд, крутой мист пока что. Топе 11 на 7 стата. У Киков же тоже все хорошо. Но вот Фокс, 2 MVP, 25 очков. У места, кстати, очков побольше, раундов у команды меньше. Уровень. Мы, конечно, пытались сейчас раскидать апленд, но дым запнулся об модельку игрока. Парни вынуждены ждать либо второго дыма, либо сидеть дальше. Мотермен просто прячется от флешек, понимая, что сейчас, скорее всего, раскидают. Вот все, что есть, все влетит. Все влетит на апленд. Мотермен это понимает. Мы видим, как он нервничает. Переводясь от скрипу будки. Сейчас зачекал, вылетают первые флешки. И Киршнет, по-моему, не штурмует рамп, как это было до этого. По-моему, все-таки окончательный выход на апленд. Мотермен ждал этой ситуации. И игрок... Ой-ой-ой, догнал призрака, тут его тиммейт в лес, влетает мист, и просто троих в каналке! Ой, четвертый зашел, вот это провал, Португалия должна рыдать! Так еще никто в каналке не насасывал, просто в троих! Эх, мист, вот это эйс, дорогие друзья, и мист просто сейчас, не побоюсь этого слова, отжарил команду Кик. А с чего все началось? Началось все с того, что один просто полез добить парня, который просочился через дым. Возможно, с бомбой, чтобы ее быстро поставить. А закончилось все тем, что мист просто раскидал всю команду Кик. Ну все, португальцы сейчас вообще в полном шоке. Никто такого не ожидал. Ну вот именно благодаря таким неадекватным... Ну и снова начинается, в общем, от места. Я побежу тебя, скала. Я победить этот труба. Я запрыгнуть на этот труба. Я все сделаю для этого. Красава! Еще! Ну, после эйса не на трубу не запрыгнуть, это было бы совсем, наверное, слишком для места. И белая полоса в его Counter-Strike карьере начинается. Киршнет. Укрепляют. О! Привет! Как дела, Блейд? Все хорошо? О-хо-хо-хо! Пачку Фокс ставит еще и в радио! Да, вот Киршам сейчас, конечно, неплохого подзатыльника дал Фокс. Лишили капитана жизни. Вдобавок ко всему, помимо этого... Красный остался крутой, коцанный призрак, и крутой красный как раз-таки от Пакса, который доставил, а Норкс уже, ну вот, я не знаю, как он тут, как? Так, РМН. Норкс умудрился принять улицу, еще одного парня увидел, забрал еще и места, и Киршнет снова в тупике. Вот, по-моему, раз в год и палка стреляет, это, наверное, про команду Киршнет, вот про тот раунд, что-то... Вроде бы после того раунда должен был появиться какой-то темп, а все на самом деле наоборот, как видим. 2 в 5. Ну вот ответные действия от команды Кик. Просто на стрельбе. Все, залез на трубу, карьера пошла. У места, но вот команда у него что-то пока не чувствует его карьерного продвижения. Ну что, на сейф уходит Киршнет. Остаются вдвоем на респауне. По деньгам, как видим, будет на бай у всех. И это будет, наверное, что-то медленное опять от украинцев. Можно было бы, конечно, и побыстрее играть как-то. Мне кажется, что вот слишком неправильно сидят Керч. Ну, поджимы не чувствуют, срам вообще никак. Вот Фоксу дали разыграть до радио. Ну, например, если бы играли здесь не пусть какими-нибудь там ВГ или, я не знаю, любой другой топовой командой, то никто бы в радио даже не смел суваться, а все поджимы были бы только парные. А что тут делать, если заходит один чувак, дает, убирает первого, дает в голову еще второму, видит третьего, палит вообще всю стяжку, вся команда Кик понимает, что могут пойти и на А быстро выйти, и быстро свалить на Б, на А выходить для атаки уже не вариант, на рампы идти, это просто тратить время. Ну, займете вы вилку. Дальше вы с вилки никуда не сдвинетесь. На девятке будет сидеть по-любому контр, на А будет двое. В итоге сплит — это единственное решение. Но сплит-то уже не сделать, потому что как бы нету двоих, грубо говоря, в живых. Вот такие тупики. Ну что, пытаются А разманцевать, открыли дверь, вернее, взорвали. Пытаются здесь начекать мист себе оппоненты в перестрелке. Не видят подготовка ХЭ от Фоксириса, никого не чекнули. Блейд открыл все-таки А, дым 9. И вот сейчас есть шанс у Киршнет закрепиться на точке. Но выход с будки не был реализован. И Кики снова с инициативой. 3 в 5, правда.
По разменам Киршнет впереди. Но все может повернуться в другую сторону. О, Мутирису не дали поймать тайминг. Но он забрал спокойно скрип, убил Фоксирис крутого. И Керчи, заняв рамп. Вот-вот-вот, это та ситуация, когда вы занимаете рамп и ничего не сделать. Ну, здесь остался Блейд в качестве замка. И выход с инсайда на будку был, по-моему, более чем нужен, более чем уникален. Ну и Блейд просто пошагово разбирается с инсой, который погорячился, вылезя в каналку. А Фоксирис будет сейвить свой девайс. И дальше этого, по-моему, дела никуда не дойдет. Думаю, вряд ли на него кто-то сейчас побежит. Ну, вот Киршнет именно тактически, конечно, если зацепляются в каком-то раунде за определенный момент, то тактически обыгрывают киков. Но кикам уже здесь стоит думать о второй половине, по-моему, начинать. То, что первую выиграли, молодцы. Да, еще есть три раунда до конца, как бы, включая этот. Но это достается Киршнет, это их пятое очко. И Киршнет добиваются комфортного счета в игре за нападение. Напомню, что ножи на этой карте выиграла команда Кик. Они были для них принципиальными. И сторона дефенса выбрана не просто так. А вот Киршнет могут отыграться за защиту. И я бы даже сказал, очень как неплохо могут отыграться, если у португальцев ничего коварного нету в атаке. Но хоть один или два раунда, я думаю, мы увидим от португальских кейсеров. Нельзя просто так взять и сливать там португальцев, так как они могут. Они могут на самом-то деле. Так, чек улицы от Керчей. Блейд. Ну вот уже лучше. Уже видите, уже больше наглости Андрей начинает использовать. И сразу же португальский снайпер получает минус 30. Еще чуть побольше наглости, и это был бы вообще open frag. Вот гранатка куда надо полетела, но там уже никого нет. Кик сейчас будет готовы принимать крутого, который, кстати, не будет туда выходить. Это, по-моему, Аплент от команды Киршнет. Да-да-да, Аплент. Все, влетает в флешки, Блейд пытается выйти, дать опен. Пошли прострелы первые, пытаются трубу прострелить мист. Крутой минус, Норкс, отличное начало. Ну и можно, в принципе, здесь сплитом заходить, зная, что один есть в пленте, пытается мист стреляться. Если сверху есть позиция, будет Джейс, крутого сбривают. Все-таки Мутирис перестраивается уже под прием, ловит миллион флешек, но будка не вышла, и позиция сохранилась за игроком защиты. РМН минус. Ну и атака от Киршнет закрыта. На аплент остается Медведев, призрак. Ну, призрака тут уже по пяткам могут наказать. Перестраиваются на дверь. Да все в пленте уже, кого вы ждете, чуваки? Никто вас поджимать не будет. Уже всем все понятно, что вы супер медленные. Ну вот Фокса сейчас могут сбрить. Но боком открывается призрак, и второй игрок нападения просто не проходит. А-а-а, с префайром хотел сыграть, но Фоксирис такой парень, да, что префайр по нему не зайдет. Ну, Медведев остается последним в живых, но тут уже поджим как бы сап. В общем, у киков все очень динамично в защите. Поджимают. Поджимают, когда необходимо. Играют красиво, стараются держать тайминговые планки, не аркадничать попросту. Ну и на последний раунд у них просто фантастическое количество денег, которое им позволяет устроить небольшой подарок респауну. Небольшой подарок атаки, который на КТ респауне на самом-то деле находится. И Киршнет тоже на последнем раунде фулбай. Судя по хелсбарам, еще и в запасе осталось. Ну, закупились очень-очень плотно. Вот это вот я не понял. Ну это ладно. В ноль зааркадил. Красавчик. Да-да-да, вот она, аркада была в инсайд от Мутириса. И Блейду снова не везет. 9 на 11 статистика Андрея. Норкс минус мист. Ну тут вот, судя по дымам, явно понятно, что это улица, потому что задымили вообще все нужные точки. Минус ангар, 2 дыма. Так, еще и красный зачекали. Не, все, в этом раунде Киршнет ничего с собой не понесут, и, по-моему, это 10-5. Ну, комфортный счет, тем не менее, в атаке был наигран. И во второй половине можно пожелать Кирчам удачи в пистолет. Кикам я не знаю. Киков я буду первый раз видеть, и первый раз мы видим португальцев в пистолетных раундах. Итак, ну что ж. Ждем рестарта. Пока что вам напомню, то, что я ваши сообщения читаю в Твиттере по хэштегу КССЛТВ. Вы можете туда писать регулярно. Наш почти 2000 человек на трансляции. Параллельно проходит финал ЕМС, конечно, который предатели StarLadder смотрят с огромным интересом. StarLadder вообще для народа, если что. Так что с новой версией сайта вы сможете взять и спокойненько заругать игроков, которые
по вашему мнению, расслабились. Так. Ну что ж там. Я понял, в чем там прикол. Это типа, там не поиграют. Не поиграют с ВГ. Понятно, что все бурги поломились, что все бурги с ума посходили. Ну и пусть играют. ЕМХО, Very Games могут выиграть, наверное. А, там еще и Gold TV нету. Вот так вот любят вас буржи. Даже Gold TV посмотреть не дают. Беспредел какой-то. Лайкаем, кстати, страницу на Twitch. twitch.tv/starladder5. Регистрируемся быстро, подписываемся, вводим свою почту, и все будет круто. Так, Слэм, почему в матче Na'Vi LDLC 16-17 последний? Это новый вариант проведения? Нет. Привет, Слэм. Как думаешь, кто выиграет ESC vs Na'Vi? Я думаю, что Na'Vi должны обыгрывать поляков, но у поляков, как понимаете, сейчас такая ситуация, что нет выбора. Либо ты выигрываешь всех и тебе платят зарплату, либо опять придется искать новую команду. Но ESC Gaming это, по-моему, не грозит. Они всегда найдут свою организацию. Итак. Месть минус Фоксирис. И все, выход на рамп плент. На рамп пошел, это будет Б. Ну, на Б, как видим, тут уже прием. Два пистолета, призрак минус Инса, Медведев минус Норкс. И только Мутирис дает, по-моему, разменный фраг один. Единственный в этом раунде. Ну и холд. Ну вот видите, кики, да. Они играют такой же раунд, как по факту и команда Киршнет в атаке провела. Но они действовали чуть-чуть быстрее, и Киршнет были к этому готовы. А вот скилла у киков не хватило просто постреляться на левеле. Ну, надо готовить пистолетные раунды, они самые важные. Вообще, проиграв пистолетку, можно слить игру. А можно выиграть пистолетку при счете там 14-1 и выиграть матч. Так что внимательно относимся к пистолеткам. Ну и Киршнет настроены, наверное, сейчас очень решительно на камбэк. Вот Блейд точно настроен на камбэк. Забрал Пакса, пока без потерь против Эка. Идут ребята. Но Эрмену дали все равно пройти. Правда, бомба не прошла. Какое самопожертвование сейчас было от португальского игрока. 10-7. И операция Киршнет возрождение. Операция Киршнет камбэк. Ну, пока еще не провалилось, пока только набирает обороты, но вы посмотрите, три раунда разницы, кик дают Байна, третий, и, соответственно, сейчас могут возникнуть проблемы у Киршнета. Просто при преимуществе в три раунда, если кик берут раунд, то это будет уже 1-7 и минус экономики у Кирчей. Но Кирчи в том раунде не упали, не погибли, и сейчас должно быть все вроде более-менее нормально. Бизон принимает РМН, будка кроется. Калаши все равно открывают цена, минус 2 дает, крутой выстаивая на максимум, суппортит Медведев, и перекрестный огонь также от призрака с мейна дополняет просто красок в этот раунд, и Киршнет очень четко принимает быструю попытку, быстро, агрессивно, нагло и безнаказанно сыграть командой кик. Ну, безнаказанными они хотели остаться, но сразу... Они просто рассчитывали, наверное, на то, что попадут в бизоны, там, какой-нибудь дробовик, а попали сразу в кольты. Помаз, перекрестный огонь, и не хватило им силенок даже мейн убить. Такие дела. Ну и кик что? Берут в руки глоки. Понеслась. И никто никуда не бежит. Никто никуда не торопится. Все как обычно. Жесть какая-то. Блейд минус Мутирис. Мутирис минус Инса. Ой, мистикл. Мист минус Инса. И Керчи берут еще один раунд. Ну и вот вам 10-9, пожалуйста. Ну, короче, остаться в преимуществе, у каков был шанс, играв просто медленно на девайсах, нормально попытаться там побороться, попилить. В итоге на начало 20-го раунда счет 10-9, один раунд преимущества за португальцами. А этого очень-очень мало. Ну и проигрывая этот раунд, парни рискуют попасть в жесткую украинскую защиту. Но я думаю, у них там все равно свои какие-то планы есть. Так, кик, улица, втроем два инсайта. Это, по-моему, либо быстрый проход на Б-плент, и два игрока будут штурмовать рамп против перекрестки, но... Ну, может быть и нет. Может быть и выход на ап. Пока, в общем, просто ждут ситуации. Кики ждут каких-то позитивных более-менее для себя раскладов. Хороший чек от Фокса. Кстати, с дыма заметил неплохо. Из дыма было видно неплохо внешний. Выход под флэш. В ноль. Нет, не будет крутого выхода. И попытка прохода звена по улице принимается очень-очень уверенно призраком. Ну, там пытаются, естественно, сразу прорашить игроки нападения. В итоге... Призрак просто на себя приманивает Фоксириса, и Блейд проходит призрака вдобавок ко всему.
Ну и атака от команды Кик упала. Блейд принял Норкса. Все, сплита не выйдет. ТРМН вместе с Мутирисом вдвоем. Мутирис будет выходить дверь. На пленте у Мутириса есть друзья, гости и все такое. И его увидел крутой в дыму. Все. Плачь, РМН. Плачь. Ну, сейчас будет безинициативное сидение с одним хп. Португальский КС, такой португальский КС. Зачем играть по тактикам? Давайте ждать ситуации и погибать. Ну и минус 2 только от РМН было. О, вот интересно, попал. Ну, попал вроде бы одну пулю по-крутому. Или две. Ну и в итоге 10-10. Киршнет сравнивает счет в этом матче. Напомню, что первую свою игру и дебют в рамках Star Ladder Star Series 6 сезона они сыграли против ELTZ, они выиграли встречу, но там сейчас будет, по-моему, что-то мошниться, вымашниваться между командами. Так, наглый дым от призрака. Ну, такой дым обычно значит поджим. А дым, кстати, хороший, и игрок атаки вообще флешонный там остался. Ну, в итоге Фокса вместо того, чтобы отойти назад, побежал вперед, в итоге его закрыли как голубчика просто. Вот сладкий-сладкий голубок. Второй дым упал на улицу. Ну и атаки по улице нету. Призрак дает инфу. Будет попытка прострел дать на башню. Но на башню никого. И штурмует Кик. Сейчас апленд. Принято решение выйти скрип. Пока идут каналки, все падают в том же дыму. Инса ставит бомбу. Прикрывать будет РМН. Но тут уже просто зашли с каналок, с вилки. Минус РМН. Инса последний. На него десантится первый, второй. Но тут со всех сторон просто вылезает команда Kirchnet. И Инса, естественно, такой потерялся. Ну и это 11-10 в пользу Киршнет. По-моему, дальше будет только хуже. Ну и смотрим на статистику. Мист настреливает у нас 22 на 13. 3 MVP, 51 очко. 44 очка и 18 фрагов у Блейда. На 13 смертей. 4 MVP. Крутой. 14 на 13. 32 очка, но все равно круто. Призрак. 11-12 и 5 на 10 Медведев, которого вот что-то пока не видно, не проснулся пока еще Медведев. В первой игре против ELTZ выглядел очень уверенно, а здесь что-то пошло не так. Не дает ему португальцы играть. Ну что, Кик перестраивается снова на холд. Ну вот это вот... Ну это уже говорит о том, что некоторые игроки... У терроров начинают сейчас плыть. Ну, явно просто. Вот не ожидал этого сейчас прострела. Товарищ Мутирис. Фокса забрали. Ну и втроем на рамп. Минус мист. Блейд. Будет суппортить вилки. Ну и понял, что все. Его, весь его суппорт заканчивается на сборе информации. Кики занимают вилку. И халдят. Преимущество на самом деле всего лишь на одного игрока. У дефа. Попытка выйти на плент, и сразу же втыкаются на Блейда. Блейд с длинного спокойно перекрывает кислород Норксу, его разменяли. 3-2. Ну вот сейчас выбивание в преимуществе должно решать, нельзя здесь падать никому из команды Киршнет. Остается последний Инса, его прочекали, и он знает местоположение всех трех игроков защиты, но все настолько быстро, что ничто не поможет. Кто-то купил Зевса у Кирчей, ну и это будет, по-моему, 11, нет, 12-11, все, все. Еще одна бомба. У Киков, конечно, бабки сейчас должны быть там 4-2, 4-6, как видим. 5-100 есть у Инсы. Ну и ждем, когда Фокс возьмет АВП. Пока АК. Да, 5 штурмовиков. Я, кстати, вспомнил. Мы видели нюк от Киков на ЕМСе, на финалах того сезона, но там они вообще ничего не показали. Ну и здесь пока только стабильную защиту и не более тоже. Есть над чем работать. Парням. Вообще топ-1 в Португалии. Кстати... Вроде бы как в этом году намечался ВЦГ по CSGO. Если ВЦГ по CSGO будет, то это отборочные во многих странах, включая страны СНГ. Если это произойдет и... Вот это трехочковое. Если это произойдет, то может португальцы счет покажут. Минус, минус плейт. Все, Норкс. И одного заперли. Ой-ой-ой, под жопу-то подпалили, как сейчас, а? Еле-еле спасся с лестницы, пытался под этот молотов, как видим, поджать крутой, но эта ситуация сработала на руку Кикам, отхалдившись в нуле. Они сделали свои два фрага. Мист! Ответный минус. Рампы, кстати, занимаются, и, по-моему, деф будет... Так, нет, Медведев, кто же у нас? Это мист! Это мист и рамп. Вот есть еще игрок с АВП Медведев, но вряд ли ему дадут здесь играть. Хотя давайте посмотрим, Медведка! У-у-у, Айвик не сработал. Думает, что игрок находится за ящиком, но не за ящиком. Медведев. Это будет опыт.
дали поставить бомбу. Керч сейчас с нами. Медведев все еще в девятке воюет с Плунтом. Но ему здесь просто никто не даст сыграть. Позиция такая с АВП, что если террор захочет, чтобы ты на него вышел, ты выйдешь. Ты там уже ничего не сможешь сделать. Ну, естественно, засейвить как вариант. Но при попытке уйти на сейв, Эрмен сыграл, скажем так, казаков-разбойников и догнал. 12-11 Форджи Кирчнет. Кики отыгрывают и берут свой первый девайсный раунд во второй половине. Напомню, что счет первой половины был 10-5 и во второй пока лишь один раунд. Но вот у Кирчнет целая серия получилась во второй половине, которая позволила им сравнять счет, выйти вперед. Мистер загнался до статистики 25-15 и португальцы с каждым раундом взятым Кирчнет становятся все более демотивированными. Опять те же самые действия от Крутого. Ну, вот пошла граната, сейчас, наверное, полетит что-то туда еще, хотя у него только две флешки осталось. Но Молотов был в том раунде очень, по-моему, такой, знаете, адекватный. И он подпалил одного парня, одного заставил уйти, второй вообще развернулся. Фокс! Минус призрак. Хорошее начало для кик. Выиграна перестрелка на улице, дополнительная позиция. Но если параноицы Кирчнет не будут, то... Ой, посмотрите, да куда дали выйти Мутириусу? Просто жесть. Мисс поджимает с рампов, его разменивает. Инса пробивает весь этот поджимчик. Медведев ждет под собой оппонента. Крутой скрипт. Ну а выход у атаки запланирован, по-моему, на нижний плент. Мэйн не открылся. Фокс. И атака выходит на вилку. Перестрелка приносит плоды в пользу команды Кик. Врубает Инса Крутого. Пошла установка бомбы. Дэв пока что не успеет перестроиться. И Блэйд застает врасплох. Бомб кэрри. Инса падает. Эрмен пытается проявить инициативу, играет на Блейда, вылезает в окно, 28 секунд, и Блейд уходит, бомба плент, Медведев ждет с подъема, и игрок в атаке сейчас зачекал этот поворот событий. Медведев вот пытается играть очень агрессивно, Эрмен, и открывается, тем не менее, на Медведева, нет стрейфа, все три игрока, красная граната, и АВП в спину заходит, Медведев, ну выйди, убей. Ау! Глупое решение за РМНом, но времени оставалось 10 секунд, меньше 10 секунд, и нужно было что-то делать. Граната, конечно, сработала, сыграла свою роль, но очень четкий раунд. Все-таки кик борются, видно по игре. Вот максимум усилий приложил сейчас РМН, но чуть-чуть не хватило. На самом деле, конечно, это все могли закончить в два раза раньше. Просто позволили они кикам как-то разыгрывать в этой ситуации по инициативе своей. Но теперь из рук упускать не будут такие возможности. Прострелы улицы и... Оу. Положили призрака. Блейд, как всегда, невероятен и хорош. РМН уже тут развлекает. Посмотрите, что творит. Да, ой, что творит, чувак. Просто это все. Ну, нож достал, и Блейд на ноже не стал резаться с португальским игроком, у которого вообще пусто было. В Блейде, кстати, по-моему, пуль 20 залетело в тело, и у него 45 хп. Это жесть. Привет, я CSGO. Привет, я люблю попадать в тушку в CSGO. 14-11. Украинская команда пока держится на левеле. Португальцы, в принципе, сдали немножко назад. Вот у них сейчас бай. Это последняя попытка португальской команды попытаться потащить. Вообще странно. Вот за этот матч не видно почему-то Инса, не видно Мутириса. Совсем недавно эти парни показывали безумную стрельбу. Ну, Кирчнет, как я понял, как и в том сезоне, мы будем видеть часто места призрака в ситуациях, когда он будет оставаться 1 в 4, давать 3 головы и падать от последнего. Медведев себя сегодня показал в матче против ЕЛТЗ очень хорошо. Ну и Кирчнет, по-моему, очень удовлетворительно начинает этот сезон. Смотрите, какой молотов полетел от Крутого, но тут такие прострелы, что вряд ли кто-то будет заходить в аркаду. Давайте посмотрим все-таки за призраком. У него, правда, пусто в оппонентах, но кто-то там потихонечку приближается. Это либо РМН, либо Инса. Блейд, кстати, вместе с призраком решил разыграть. Мист. Прием радио. По-моему, на места сейчас будут выходить. Да, изолирует места дымом. Он дает флешку и принимает правильное решение уйти на закрытую позицию. Не дают пока что Кирчнет играть на рампах. Португальцам. Заставляет португальцев идти против позиции. Ну и выход под 9. Ну тут Медведев просто. Оу, ну третья пуля не зашла. Здесь РМН, конечно, дожал по Медведеву. Ситуация 3-2. Крутой выходит с инсайд, пытается забрать РМН. РМН его забирает. Все, все, плент за португальцами. Ставится бомба. Девятка прикрывает. Призрак пытается создать напряжение сразу же на пленте, чтобы португальцы булки не расслабляли. Никто никуда не убежал. Норкс в пленте в качестве ключевого игрока. И 3 хп у РМН.
Норкс. Сейчас все зависит от того, как сыграет Норкс. Он падает в плинте, как я понял, виснет. Гол ТВ и падает. Норкс остается. РМН один на бомбе. Флэш падает. Флэн пытается вжать по РМНу. И падает мисс. Дефуз бомбы. Призрак. И нет. Отвел. Отвел. Руку забрал. Великолепно. Великолепно. Не потерялся. Не потерялся при потере своего тиммейта, который должен был закрыть девятку. 15-11. Кирчнет впереди. Времени было достаточно. Вот обращу внимание на призрака. Именно его первая перестрелка с РМНом привела к тому, что у РМНа осталось 9 хп. Ну не 9, чуть меньше, он остался красный, 3 в конечном итоге. Именно поэтому РМН с девятки не мог играть уверенно. И вот если бы не призрак, то он бы мог положить и двоих. Но призрак молодцом, и товарищ Скикер задал жару. Смог улица, по улице Фокс. Кики деморализованы полностью. На последнем раунде играют с Галилами. Крутой мист, прием аркады. Вернее, прием аркады. Пробили радио, спокойно разыграли. Инса забирает места, призрак убрал мейн. Все, остался Инса с Мутирисом, которых, о позициях которых известно. Ну вот кроме Инса, наверное. Но Мутирис уже точно будет сейчас финалку играть под 9. Оп, минус 50 хп у Медведева. Размен флешками. Хорошая граната, флеш. Очень четко раскидался сейчас Медведев из-под девятки. Ну и остается последний Мутирис. В общем, это 16-11, я думаю. И вряд ли здесь будет какое-то четкое нереальное продолжение. Я вам, кстати, напомню, что следующий матч, который мы с вами будем смотреть, это встреча двух команд. Ее не будет. Они уже играют. То есть у нас перерыв до матча Na'Vi ESC. Ну и мы уходим, значит, в перерыв до матча Na'Vi ESC. Матч Alternate против NeFaculty смотреть не будем, потому что они уже стартовали. Ну я что ж, скажу вам, далеко не разбегайтесь, друзья. Я скоро вернусь. Я скоро вернусь. Пока, наверное, можно подвести. Пока, наверное, можно подвести какие-то итоги, да, этой встречи. Ну вот, Медведев. Вот обидно то, что Медведева не видно. 11-12. Я просто напомню, что кто не смотрел записи, посмотрите записи на Ютубе с того сезона. Там он играл в матчах намного жестче, чем сейчас. С чем это связано, опять-таки, непонятно. Ну и команда Кирчнет образовалась из украинской команды. Так, ну что ж, надо посмотреть, наверное, все-таки, что же вы мне понакалякали в Твиттер. Сейчас я зайду в твитдек быстренько. И в твитдеке у нас такое. Так, был вроде двойной закуп гранаты у Крутого в 24-м раунде. Ну, если был, то... Ну, мы еще видели Медведева с двумя гранатками. Ну, в общем, если... Был закуп граната, то это будет ТП и еще одна победа для команды ЕЛТЗ. Только StarLadder, Слэм, четко комментишь. Спасибо, стараюсь для вас. Ох. Так, привет, как думаешь, кто выиграет в ESC Na'Vi? Не знаю, но матч будет по-любому интересный. Очень-очень интересный. Ну и, наверное, статистику мне вот интересно сейчас будет посмотреть в матче. Kickerchnet. Так, ну вот тут нет бет... бэт-тренда, он еще пока не появился. Был бы бэт-тренд, мне интересно. Но вообще, коэффициент очень хороший давали на кирчей. Именно вот все букмекерские конторы дали хороший коэффициент вроде на кирчей, там что-то 2 с чем-то против киков. И кик, они типа были в таком... Их прямо, о, это же кик, это же португальцы, они умеют, они могут. А вот оказалось-то все как раз-таки не так. Ладненько, друзья, я на этом, наверное... Все-таки уйду в рекламную паузу небольшую. После нее я вернусь. Оставайтесь с нами. Далеко не уходите. Не разбегайтесь. Мы будем смотреть Na'Vi против ESC.
to move to me. It's like a radio.